Битву выигрывает не тот, кто отступает, а тот, кто наступает. Всю жизнь я пытаюсь найти себя, найти то, что будет вдохновлять и мотивировать меня на творчество. Я пытаюсь найти свой пятый элемент. Меня зовут Асмаре Шахмурадян. Я начинающий дизайнер одежды. Как в любом искусстве, я хотела бы найти то, что будет вдохновлять и мотивировать меня на творчество. Я черпаю воодушевление от того, что делюсь с другими своими идеями. Oblivion – это модельный ряд повседневной женской одежды в стиле гранж. Данная коллекция была создана для самодостаточных женщин, которые готовы добавить новые краски в свой гардероб. Комфортные изделия не стесняют движения, что позволяет вести активный образ жизни. Коллекция разработана для женщин, которые стремятся привлечь к себе уважение противоположного пола и не отказываются от женственности. Этим проектом хочется стереть границу и заблуждение, что в одном человеке не может сочетаться нежность и сила. Женщина может быть не только хрупкой, милой, с понимающими глазами. Она может быть кирпичом, красивым кирпичом в фундаменте строительства человечества, наравне с мужчиной. Вдохновением для коллекции стали масляные краски. Их особая притягательность заключается в том, что даже с минимальным набором цветов можно создать исключительные комбинации. Это дает художнику безграничность в творчестве. В этом есть что-то манящее. Данная структура стала основой коллекции. Сдержанный, но контрастный верхний слой, защитный слой, как тюбик защищает нежную краску. И внутренний нежный, но при этом яркий, как сами краски. А также сочетание разных стилей, фактур и текстур. Все материалы для данной коллекции были выбраны исключительно натуральные для комфортного использования.